12 декабря исполнилось ровно 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. За эти 30 лет было сделано очень много для реализации нашего основного закона. Было принято множество законов, конкретизирующих Конституцию, подзаконных актов, много решений Конституционного суда и других судов принято в развитии Конституции, много органов власти создано, предусмотренных Конституцией, многое-многое другое. Однако потенциал основного закона нашей страны еще далеко не исчерпан. И в этой связи, в связи с юбилеем Конституции, хотелось бы поразмышлять на тему о том, насколько эффективно все эти годы реализовывалась наша Конституция, насколько эффективно претворялись в жизнь ее нормы, ее предписания, все ли удалось сделать, в какой мере что-то сделать не удалось, и что необходимо предпринять для того, чтобы усовершенствовать осуществление конституционных положений в настоящее время. Мне представляется, что можно говорить о трех ключевых препятствиях, которые мешали и мешают в полной мере полноценно реализовать нашу Конституцию. И эти препятствия необходимо каким-то образом преодолевать. Первое препятствие заключается в том, что ряд положений Конституции, они изначально были нереализуемы и не реализованы до сих пор, либо некоторые нормы Конституции по мере изменения политической практики стали нереализуемыми, невостребованными практикой. Ну вот, в частности, несколько примеров приведу. До сих пор не приняты некоторые прямо предусмотренные Конституцией законы. 66-я статья Конституции предусматривает принятие закона об изменении статуса субъекта Российской Федерации. Его до сих пор нет. 135-я статья Конституции предусматривает принятие федерального конституционного закона о конституционном собрании. Такого закона до сих пор нет. Скажу больше. Из-за смысла некоторых норм Конституции следует необходимость принятия определенных законов, но эти законы тоже не приняты. Вот, например, 85-я статья Конституции предусматривает право президента использовать согласительные процедуры в случае спора между различными органами власти. И президент это делал не раз на самом деле. Но, очевидно, напрашивается федеральный закон о согласительных процедурах. Он прямо вытекает из смысла 85-й статьи, но такого закона тоже, к сожалению, нет. Как и нет давно предлагаемого в экспертном сообществе закона о нормативных правовых актах, который бы четко упорядочил всю нашу систему источников права в нашей стране, как это сделано во многих зарубежных странах. Кроме того, ряд норм Конституции ни разу не реализовывались за 30 лет. То есть ни разу их предписания в жизнь не претворялись. Ну, например, 66-я статья Конституции предусматривает возможность принятия закона именного о конкретной автономной области или автономном округе. Ни разу автономии таким правом не воспользовались за 30 лет. Не было принято ни одного закона об отношениях между областью и входящим в ее состав автономным округом, хотя это тоже предусмотрено 66-й статьей. Это такие молчащие, спящие нормы Конституции, прецедентов реализации которых не было. Но и происходит еще один интересный процесс. Некоторые нормы Конституции утрачивают свою актуальность ввиду того, что меняется политическая практика. Ну, например, 11-я статья Конституции предусматривает, что разграничение полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти осуществляется не только Конституцией, но и договорами соответствующими. Таких договоров в 90-е годы было принято много. Их было к началу 2000-х годов 42, но к настоящему времени нет ни одного договора. Как федеральный центр их аннулировал к 2003 году, так в течение 20 лет ни одного договора разграничения полномочий не появилось. Почему? Потому что в них отпала необходимость. К сожалению, они показали себя негативно в нашем правовом опыте
они частично нарушали Конституцию и персонифицировали отношения между федеральным центром и отдельными регионами, что подрывало принцип равноправия. В данном случае норма просто утратила свою актуальность. Это вот первое препятствие. Второе препятствие заключается в том, что, к сожалению, некоторые нормы Конституции, смысл, точнее, отдельных норм Конституции был искажен, обеднен в текущем законодательстве, которое Конституцию развивает. Иными словами, отцы-основатели Конституции, ее авторы, несколько иной смысл вкладывали в ту или иную норму Конституции, чем то, что мы наблюдаем в последующем развитии этих конституционных норм. И произошел некий такой диссонанс, некий разрыв между буквой Конституции и претворением соответствующих норм в жизнь. Приведу несколько примеров. Ну вот, допустим, 40-я статья Конституции предусматривает, что малоимущие граждане обеспечиваются жильем за счет государственного, муниципального жилищного фонда и иных фондов. Но на практике, реально, жилищный кодекс свел обеспечение малоимущих жильем только за счет муниципального жилищного фонда и возложил эту обязанность на органы местного самоуправления. По сути, жилищный кодекс сузил, да, буквальное содержание и смысл конституционной нормы, что не есть хорошо. Это повлекло за собой некое умаление права малоимущих на жилище в конечном итоге, потому что возможности для реализации этого права, к сожалению, сузились. Или другой пример. Конституция предусматривает право каждого в 32-й статье избирать и участвовать в референдуме. Но ведь право избирать, оно тоже подвергается определенным ограничениям. Если, допустим, мы берем избрание высших должностных лиц регионов, то есть губернаторов, по-простому говоря, то последние годы расширяется практика косвенных выборов губернаторов, когда они избираются не народом непосредственно, не населением субъекта федерации, а законодательным органом субъекта федерации. Сегодня в новых регионах губернаторы избираются косвенным путем законодательными органами, в ДНР, в ЛНР в частности. В автономных округах губернаторы избираются не населением автономного округа, а законодательными органами. Конечно, это несколько ослабляет вот такой потенциал, как бы, да, конституционного права избирать. Более того, здесь тоже наблюдается интересный процесс. Некоторые законы, они вообще явно диссонируют формально с буквой Конституции, с нормой Конституции. Но ввиду того, что в рамках надлежащей процедуры не ставился вопрос о конституционности этих законов и не было решения Конституционного суда о неконституционности их отдельных положений, эти законы продолжают формально считаться непротиворечащими Конституции. Приведу одну иллюстрацию в этой связи. 32-я статья Конституции предусматривает, что граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. О ком буквально идет речь в этой норме? Только о гражданах России. Но некоторое время назад были внесены изменения в федеральный закон о военной службе, и к военной службе были допущены иностранцы. А военная служба считается разновидностью государственной службы, федеральной государственной службы. Тем самым автоматически в диссонанс с Конституцией иностранные граждане получили тоже доступ к государственной службе. И вот возникает вопрос о напряжении между конституционной нормой, да, и развитием этой нормы в текущем законодательстве. Это тоже несколько ослабляет регулятивный потенциал Конституции и говорит о том, что ее реализация не совсем адекватна первоначальному замыслу и действительному смыслу конституционной нормы. Наконец, третья проблема, о которой я не могу не сказать, это проблема содержательных дефектов самой Конституции. К сожалению, Конституция не идеальна. Не идеальна и не свободна от таких недостатков, как противоречия внутри Конституции, пробелы внутри Конституции, когда какие-то вопросы просто не урегулированы ей, неопределенные по смыслу положения, поливариантные, или просто нормы, которые не соответствуют действительности в силу каких-то причин. Конечно, вот эти все дефекты, они ослабляют регулятивный потенциал Конституции. И такие нормы, их сложно реализовывать. Ну, вот, например, 5-я статья Конституции предусматривает принцип равноправия субъектов Российской Федерации. Но, с другой стороны, другие нормы Конституции делают исключение из этого принципа равноправия.
68-я статья только для республик как вида субъектов федерации предусматривает возможность иметь свои государственные языки наряду с русским. Только у автономных округов есть право ходатайствовать о принятии именного федерального закона о них. У других регионов этого нет. Хотя, может быть, они бы тоже хотели, чтобы был принят именной федеральный закон об этом именно регионе. Но у них такого права нет. Москва, как субъект Российской Федерации, пользуется особым статусом в силу своего столичного положения. Это же тоже предусмотрено напрямую в Конституции. Это исключение из принципа равноправия. И как вот это все в комплексе можно применять, да, большой вопрос. Или ряд норм, которые являются незавершенными по смыслу, пробельными. Их, с ними тоже достаточно тяжело работать, их тяжело реализовывать, на самом деле, такие нормы. Вот, например, есть практика толкования Конституции Конституционным судом, но эту практику Конституционный суд очень неровно реализует, очень неровно. Из 14 решений Конституционного суда о толковании Конституции за все эти почти 30 лет существования Конституционного суда 13 были приняты с 95 по 2000 год, и только одно было принято за последние 23 года, в 2015 году. Это говорит о чем? О том, что нормы Конституции, они реализуются неровно очень, ситуативно, в зависимости от ситуации, в зависимости от политической конъюнктуры. Это тоже о многом говорит, на самом деле. Это показатель воздействия, в том числе политического воздействия, политического импакта на понимание Конституции, на реализацию Конституции. Возникает закономерный вопрос, как можно противодействовать этим препятствиям, что можно сделать для того, чтобы улучшить реализацию Конституции. Первое – это поправки к Конституции. И вы знаете, что опыт, конечно, таких поправок был, особенно масштабными были поправки последние в 2020 году. Они 41 Конституцию затронули. Кстати, эти поправки некоторые проблемы сняли, которые были в конституционном тексте. И это отрадно. Допустим, Конституционный суд – как федеральный орган государственной власти, был некоторое время назад перенесен из Москвы в Петербург и сейчас находится в Петербурге. Это изменение было отражено в Федеральном конституционном законе о Конституционном суде, но в то же время это изменение входило в противоречие с законом о столице России, где предусмотрено, что федеральные органы государственной власти находятся в столице. И вот 7 лет это противоречие существовало между двумя законами, пока поправками 2020 года не было устранено, потому что теперь в Конституции написано, что если это предусмотрено законом, то федеральные органы исполнительной власти могут находиться не в столице, а в другом каком-то городе Российской Федерации. Теперь эта проблема снята. В данном случае, конечно, поправка сыграла благотворную роль. Второй путь, который необходимо использовать, это, конечно, максимально адекватно использовать потенциал Конституции, развивать смысл конституционных норм, не искажать их. Ну и третье, надо обратиться к накопленному опыту практики Конституционного суда. Там есть много интересных правовых позиций, которые могли бы представлять собой готовые решения конституционные, готовые, скажем так, поправки в Конституцию. Приведу один пример и этим завершу. Еще в 1998 году Конституционный суд допустил возможность обращения в Конституционный суд не только граждан Российской Федерации, но и лиц без гражданства, если нарушаются их конституционные права. Хотя буквально в Конституции написано, что именно граждане обращаются в Конституционный суд с заявлениями. Но ведь апатриды тоже люди. И, конечно, можно было бы, да, это право распространить конституционно, формально и на лиц без гражданства. Пока это правило существует, но на уровне правовой позиции Конституционного суда, хотя это готовая поправка к Конституции, просто пока не востребованная. Эти некоторые меры, конечно, будут способствовать более эффективной реализации Конституции. Спасибо.